Приветствую вас, друзья, с вами Назар. Продолжаем играть в битву за Британию, в Order of Battle. Так, у нас, наверное, что сегодня будет последняя серия. Осталось всего 4 хода. Ну и нужно сбить нам еще, сколько, 3 бомбардировщика стратегических. Так, тут этот... 110-й Мессершмитт у нас просто отвлекал. Такое впечатление. Так, один бомбер я уже вижу, который мы можем сбить запросто. Похоже, все-таки нам этот конвой потопит. Сколько у него там было? Вроде бы 3, да, все. Потопил. Ох, еще сюда прицепился. А наши самолеты очень далеко от этого места. Сейчас на 7. Нет, на 3. Прогноз не сбылся. Так, почему они летят вглубь Англии? Я не понимаю, почему они не атакуют нас. Так, этот ушел на филд. Наша мораль снизилась, потому что мы потеряли конвой. Так, самолеты они тут не достают. 103, ну где-то здесь примерно будет. Поставим сюда нашего истребителя. Так, один дотягивает, пытаемся этого сбить. Так, зениточку возвращаем на ее место дислокации. Хорошо. Так, у тебя 4. Непонятно, собьет его или нет. Но это уже не важно. Этот, надеюсь, собьет. Здесь нужно на ремонт лететь. Так, тяжелый бомбер взлетает. Сбили наконец-то. Хорошо. Просто будем смотреть на посадку. Тоже на посадку. И это также на посадку идет. Так, тут мы не дотянем. А этот уже ходил. Ну, значит, тут не прикрывать бомбера вот так. Ты не успеешь, у тебя скорость меньше. Значит, садишься. Хорошо. Так, этого добить нужно тобой. Десятка осталась. Эх, не дотягивает. Вообще никуда не дотягивает. Но мы их переместим сюда.
этого тоже. На следующий ход дотянем. Так, ремонтируем как можем, потому что нету достаточно очков для хорошего ремонта. Ну, тут будет так. Вот, это нужно будет тоже поднять в воздух. Здесь не знаю, не уверен, долетит ли он до баржи, сможет ли ее потопить. Вряд ли, конечно, но попытаемся. Да, не рассчитал я, как прибудет там конвой, куда он будет двигаться. Даже не прикрыл. Так, это тот, что минус 2 сюда отлетел. Нужно его попытаться преследовать. Возможно, заберем. Вот еще один. Так, дотянешь? Дотянет. Эх. Ну, давай, пожалуйста, пожалуйста. Да, его сбили, но он не считается за стратега. Ну, вернее, за какого-то обычного бомбера. Вот. Так, здесь, ну, уничтожаем. Взлет. Это истребитель у нас. Так, тебя сюда. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, как бы все более-менее нормально у нас идет. Так, ты на взлет. Ты на посадку. Так, этот тоже на посадку. Сейчас упадет. Так, и у нас тут все очень сильно повреждены. Ну, смотрим, кого можем, того ремонтируем. Так, тебя тоже немножко подлатаем. Истребитель прикрывает. Тут даже взлетать некому. Зениточка, и все. Завершаем ход. Ну, конвой, походу, мы не сможем спасти. Да. Взорвался. Четыре из пяти мы потеряли. Еще один конвой потерять. И мы не выполним эту задачу. Я думаю, уже... Ну, что-то осталось. Два хода. Или один. Ну, два, наверное. Бляха-муха, не дотянул. Так, ну, мы становимся здесь, потому что тут зенитки. Ну, и баржу не уничтожим. Так, просто взлетаем.
Не дотянул. А жаль. Ну, кстати, я рассказывал, что видны, ну, остовы кораблей, которые тонут, вот, наш конвой, и здесь тоже вот чуток есть скелетик, так сказать, корабля. Со всех сторон окружаем. Упало, отлично. Так, здесь все мапы ходили. Можно ремонтировать, но смысла нету. Завершить ход. Так, 36-й ход, последний, но мы, к сожалению, не успеваем. Ну, конечно, единичка. Так, ну, если мы сюда подведем, она все равно не будет стрелять. Здесь от этой зенитки пользы нету никакой. Тут тоже самолетом нечего делать. Целей просто нету. Здесь разве что. Тут вообще три зенитки. Капец. Можно обстрелять, конечно. Зенитки почему-то его не защищают. Возможно, из-за того, что он только взлетел. Да, если я сюда поставлю самолета, его тут раздерут на части. Ну вот, совсем немножко нам не хватило. Тут пятерка, тут единичка. Не знаю, что нам скажет игра. Наверное, что мы проиграли. Ну, буквально не хватило 1-2 хода. Не знаю, зачем я это делаю. Это, похоже, уже конец. До этого тоже никто не дотянется. Ну что ж, завершаем. Не знаю, что это означает. Пока немецкие силы несут очень большие потери в битве за наши родные острова, британцы берут тол, не знаю, что такое тол. Ну, в общем, не видно ни конца, ни края этой войне. И так сказать, можно сказать, ну, это, наверное, и не проигрыш, и не выигрыш. Это, можно сказать, ничья. Как и закончилась на самом деле эта битва. Ну, конечно, немцы не достигли своих целей. Здесь тоже они ничего не смогли сделать. Они не разрушили нам ни радарных станций, ни... Мы потопили две баржи, сколько могли, одну вон повредили немножко. Они не бомбили сильно наши города. Ну, я думаю, что задачу
задачей мы частично справились, можно так сказать. Выходим из игры. Нам понравилось это прохождение. В будущем будет тоже что-то подобное. Возможно, даже вот уже вышла операция «Морской лев» для панцеркорпса. Возможно, когда-то я ее тоже пройду. А на этом буду с вами прощаться, благодарить за внимание. С вами был Назар. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, всем всего доброго.